Завершился групповой этап первого сезона Белорусской футбольной лиги девушек. По его итогам победители 8 дивизионов сойдутся в Минске в финальном этапе. Организатор лиги — Белорусская федерация футбола при поддержке ФИФА. В первом сезоне турнира участвуют 60 команд. Возраст футболисток не превышает 13 лет. Дружины по территориальному принципу разделили на 8 дивизионов, которые назвали именами известных белорусок. Дивизион, который играл в Гомеле, носил имя революционерки Эмилии Плятер. За путевку в Минск здесь боролись 8 команд из Гомеля, Гомельского района, Речицы, Добруша, Лоева, Калинковичи и Мозыря. Главная особенность футбольной лиги девушек – предельная доступность. Среди участников есть как профессионалы – воспитанницы спортивных школ, так и те, кто только осваивает футбольные азы. Из последних, кстати, команда средней школы номер 6 Калинковичей. Мы заявились своей командой именно как школьная команда, поэтому мы в самом низу таблицы турнирной. Ну, нам нравится, мы как дворовая больше команда. Конечно, девчонки некоторые вообще только начали первый раз играть благодаря этому турниру. Были несколько девочек, которые уже играли, вот они нашли себя, они нашли сегодня здесь друзей, за них болеют другие команды. Тягаться с профессионалами пока непросто. За 14 туров калинковичские девушки одержали только одну победу, обыграны мозырянки 2-0. Пасовались, как бы мы играли командой, и мы смогли забить 2 гола. Вообще футбол — это интересная игра спортивная, в нем можно заниматься, пасоваться. Есть друзья, с которыми можно познакомиться и вообще. В итоге в турнирной таблице калинковичские футболистки расположились на предпоследнем месте. Однако воспитанницы Елены Отчик не отчаиваются. Все успехи еще впереди. С победителем интриги не получилось. Команда гомельская «Издюшор» номер 8 одержала 12 побед в 14 поединках. И отправится на финальный этап футбольной лиги девушек, который 9 июня пройдет в Минске.